Сейчас будем пробовать фрукты иноземные. Так, это получается мангустин фрукт. Только приехали, на улице уже темно. Что там? Не знаю. Он что-то наподобие маракуйи, что ли, должен. А, нет, это беленький, да. Эти беленькие, по-моему, съедобные. Да, точно съедобные. Да. А эту красненькую не надо есть? Красненькая нет, она, по-моему, не естся. Хорошо, убираем красненькую, чтобы не съесть. Случайно. Так, что там у нас еще? Джет-фрут. Джет-фрут. Ну, это, конечно, вкусняшка. Да, мы сегодня уже в столовой его пробовали. До этого что-то были в тропических странах, а ни разу его не ели. Почему-то, даже не знаю, почему. Да, и... Так, и звезда нашей апробации это... Ночного шоу. Ночного шоу. Дуриан. Это дуриан вонючий. Мы пока его не вскрыли. Его в последнюю очередь будем пробовать, потому что все-таки и сюда не положим, потому что что-то запашок уже пошел. Да. Ну, когда он свежий только вынимается, он не пахнет. Он такой ароматный. Как и к нему даже перчатки дали. Да, ну попробуем перчатку. Так, сейчас давайте пробуем тогда. Нашли перчатку. А, нет, потом. Это потом. Потом. Давай пробовать вот этот сначала. Ага. Мангустин. Как-то она делится, интересно. Так, ножики, гаджеты, это мы с собой возим. Ну, любимая, ты первая. Так, я первая. Косточки там какие-то, да? Вкусненький такой. Угу. И сладенький. Просто супер. Что-то на виноград немножко похож, на мякоть винограда. Жесткой кожуры никакой нету, именно как мякоть винограда, да, на вкус? Угу. Прям вкусный. Угу. Надо еще взять. Сок да. Течет по пальцам. Там косточки маленькие, их не кушают. Ну да, мне не попались. Да? Может, я что-то не съел? Это все косточки у меня остались. Вкусняшка. Ой. А что-то мы... То, что в ресторане мы кушали у нас... Там косточки уже убирали. Косточки убирали. Здесь косточка. И убирать надо. Остается вот такая вот эта кушица. Да, жесткая косточка. Аромат вкусный. На что похоже? Немножко на дыню. Немножко аромат дыни, но мякоть плотнее. Может быть, немножко на манго на вкус. Между манго и дыней. Да, что-то между манго и дыней. Или вместе. Только и у того, и у другого мякоть мягкая, а это чуть поплотнее. Вкусно. Ладно, убираем. Это все понятно. Теперь одеваем перчатки. Одевай перчатку. Угу. Я буду левой рукой. Закроем носы. И не только. Да. Все, не открывай. Чуть-чуть уголочек. Ну, есть. Запашок есть такой неприятный. Я понюхаю. Ну, его говорят, не нюхать, его просто есть надо. Да. Давай. Попробуем. Немножко. Не знаю, пока это похоже едят. У меня товарищи рисковые. Выглядит как будто манго, да, такая? Кремообразная форма. Давай. Ну, это, по-моему, да, он или переспелый, по-моему. Там тоже большая косточка. Огромная косточка. Сладкий. Когда кушаешь, такого аромата нету. А косточки не едят там? Нет. Он просто воняет. А когда кушаешь, незаметно. Ну, потому что привыкаешь. Не знаю. Теперь у нас будет вонять сорта. Да даже боюсь представить. Ну, да нет, на вкус нормально, да? Нормально. На вкус, но, по-моему, переспелый. Да, он говорит, чем больше переспелый, тем больше воняет. Угу. Да. Он переспелый. Немножко горчит этот. Меня попался. Не знаю, мне ничего не горчит. Ничего не горчит. Кто-то его прям любит.
Но я, допустим, нет, пробовать больше не буду. Я тоже, потому что надо какой-то прям, чтобы при тебе его разделывали. Да. И давали какой-то. Мы смотрели тайские всякие видео, как тайцы все это делают. То, что мы купили на ночном рынке, это, конечно, переспелое, 100%. Их разделывают сразу и кушать надо. А когда он полежит, он вонять начинает. В холодильнике не хранят. Все? Да ничего, нормально, ничего сверхъестественного абсолютно нету. Что тогда, запьем? Тут все дело. Всем... Эксперименты. Приятного аппетита, надо, да, запивать. У кого что, у меня ча-ча.